тоже из команд профессиональной футбольной лиги завоюет одну, но такую важную, такую всем нужную путевку в групповой этап Кубка России. Коломна встречается с Родиной. Матч для среды, для 17:00 проходит при достаточно заполненных трибунах. Немало болельщиков. Стартовый свисток. Поехали, друзья. Матч начался. Ждать можно чего угодно. Сейчас неплохой момент. Максим Артемчук здорово здесь. И неплохой здесь пас от Короткова. Здорово мяч пропустил Хайрулин. Тамырин. Высокая, хорошая подача. Находит она там кого-то из партнеров. Не очень получается. Падение здесь Дмитрия Вебера и пенальти. Удар. Ух, как здорово. Четко придирку под штангой. Со штангой и 1-0. Ударом 6-1, по ударам в створ, это все в пользу домашней команды. Но вот видите, по владению достаточно существенное преимущество у гостей. Но в остальном, конечно, матч, я бы сказал, равный. Дмитрий Шадринцев, хорошая, высокая подача. Есть там рослый удар, Матвей Шавель наносит, но это не точно и отворот. Мальцев, подача, Дубников! Это неплохо, кстати. А тут неплохая атака, Дубников разворачивается и 1-1. Нет положения вне игры, смотрю я сейчас на лайнсмена, смотрю на основного. Михаил Мальцев в итоге счет сравнивает в этом матче. Вот так вот все, собственно, только начинается. Все только начинается. 1-1. Михаил Мальцев. Ну давайте сразу же повтор смотреть, что ж тут, собственно, было, что ж тут произошло. Ну здорово, Еременко справа прошел. Подача такая с отскоком. Дубников дальше то ли бьет, то ли простреливает. А, ну бил скорее Кирилл Дубников. Еременко, еще один момент Никиты Еременко. Рядом со штангой мяч проходит, и уже повеселее начинают футболисты Родины играть. Вот так вот. Никто совсем Андаяму не держит. Весь стадион кричит ему сейчас «бей». Любопытная такая картина. Просто болельщики просто хором в какой-то момент крикнули «бей». Ой, неприятный такой момент. И Сергей Айдаров свою команду спасает. Тимур Джики здорово там сложился. Здорово, конечно, пробил. И опаснейший в итоге момент. Нет, это не Джики, это Артемчук был как раз таки. Абдусаламов. Мяч принимает Абдусаламов. Дальше, конечно, было непросто. Потерял Магомед снаряд. Насколько вы знаете, вызван он в сборную 2003 года рождения. В сборную России получил вновь приглашение. Абдусаламов продолжает активно со сборной работать. И для Родины это, конечно, событие. Большое! Дубников! 2-1! Какой голешник! Кирилл Дубников! Ну, во-первых, здесь здорово Никита Локтионов разобрался с соперниками. Убежал от них. Ну и дальше Дубников хорошо выпрыгнул. Был там, кстати, Абдусаламов дальше. Но Дубников как-то смог от защитников отклеиться и достаточно спокойно здесь пробить. Не дотянулся до мяча, по-моему. Да, но сейчас мы это точно видим. Данил Кошелев. Опасный момент. Манько! Ох, сейчас завелась-то торсида как. Манько, хороший у него был момент. Валерий Манько, мяч с ноги просто свалился. Точнее, даже неудачно так попал.
Мальцев. Хорошая позиция у Мальцева. Он уже в штрафной. Михаил Мальцев. 3-1. Здорово здесь Михаил Мальцев доводит эту атаку до ума. Оформляет дубль. И я думаю, что это дело, что называется, близится к концу. 3-1. И снова футболистам Родины удалось ход матча переломить. Удалось, конечно, абсолютно все на свою чашу весов склонить. И в итоге, ну, по крайней мере, за 7 минут до конца получить очень весомое, очень серьезное преимущество. Неплохой пас вперед, он Даямо здесь прострел вдоль ворот, и от Юдинцева мяч отскакивает. 3-2. 3-2 за 2,5 до конца. Интрига снова оживает у нас. По-моему, от ноги Георгия Юдинцева все-таки мяч в ворота попадает. И футболисты Родины вместе с финальным свистком победно поднимают руки вверх, одержат очередную сверхволидольную для себя победу. Поздравляем Дениса Локтионова, поздравляем его достаточно серьезный, внушительный тренерский штаб, ну и, конечно же, игроков Родины, которые сегодня оформили путевку, ну, по сути, в основную стадию Кубка России. 13-16 по ударам здесь в пользу футболистов Коломны, 9-6 по ударам в створ тоже в пользу хозяев. По владению, кстати, обратите внимание, что Коломна в целом-то во втором тайме ситуацию поправила. 48-52, но все равно в пользу Родины, 15-13 по нарушению, 9-6 по угловым.